Мурчелос поймал бурундука, чипмангса. А чипмангс притворился. Это притворился страшенный. Будто бы он дохлый. Мурчело играть сейчас будет с ним, да? Он их не ест, абсолютно. Не, он не знает, что делать, сейчас поиграется, да и бросит. Он же не голодный. Ползает и как даст. Даст дёру, да. Ну что, Мурчи, давай, играйся, Мурчело. Я тебя снимаю, а то сейчас бежит. Я стесняюсь. А то сейчас бежит твоя добыча. Сейчас очухается. Я уже просто веревку натягиваю. Я отпускал веревку. Но я глянул, надо сначала поплет туда, бог знает куда. И он, а он за ним. Не догоняет. Потом бросил мульчик и все, да? И главное, схватил его, и он как бы не прокусывает его. Так это просто держит в зубах, и все. Ля-ля-ля-ля-ля. Отползает, отползает. Опа, опа, опа. Опа. Я мусика прыгаю, да? Чей пищи там что-то. Опа, опа. Вон, залезь это, залезь. Вон, на дереве. Все, где он? Вот сюда где-то рванул. Уже рванул на дерево, да? Все, ожил. Он притворяется. Конечно, притворяется. Шо, Мурчака, убежал твой? Споймаешь еще раз его. Споймаешь. А. Норы порыл? Да, а, вот они, собаки. Вот что делают, а? Какие норы роют, а? Вот они. Я же забивал. Так, кончай кота кормить. Все. Кончай кота кормить, хай жрет их. Все. Не покорми его недельку. Отпускай от веревки его. А может отпустить его, хай ползет за ним. Будь ползти за ним. Смылся. Да, где-то сидит, ага. Ой, молниеносно. Конечно. Это не от орла бегать. Да, тот уже схватил, сразу кряк его. Наверняка. Но уже и оторвал кусок мяса от него. А Мурчик-то так это. Вон он где-то лазит. Слышно. Конечно. Ну да, это уже все. Посидится сейчас. Ага. Все, Мурчик. Пока Мурчик. Все, Мурчака. Ага. Карауль дальше.